Умники и умницы, любители географии, знатоки родного края соскучились без интеллектуальных игр и мероприятий, а потому с удовольствием откликнулись на призыв к участию в конкурсе «Вокруг света», который было решено посвятить нашей красивой синеокой Беларуси. Нашу страну Беларусь недаром называют легкими Европы, потому что на ее территории находится не только большое количество лесов, которые обогащают наш воздух кислородом, но и большое количество болот, которые сохранились не в каждой стране Европы. И наша сегодняшняя игра посвящена в том числе и водным, водно-болотным ресурсам нашей страны. Этот праздник у нас празднуется 2 февраля. Я думаю, что все дети, все учащиеся Ленинского района покажут свои лучшие свои знания по теме краеведения и узнают много нового. Вот уже 5-й год в Ленинском районе города Вреста проводится интеллектуальный конкурс по географии «Вокруг света». Целью этого конкурса является повышение интереса учащихся к предмету географии. В этом учебном году мероприятие проходит на базе средней школы номер 13. Также учащиеся средней школы номер 13 готовили небольшой мини-концерт во время того, когда члены жюри будут подводить итоги. Известно ли вам, какой столичный монумент служит точкой отсчета начала всех дорог в Беларуси и как называется единственный курортный поселок в нашей стране? А участники интеллектуального конкурса старательно учили географию и знают ответы на эти и многие другие вопросы. Давайте проверим ответы. Интересные факты. Не зря пришли, не жалеете? Нет, не жалеем. Мы стараемся сейчас все вместе работать, думать над каждым вопросом. Получается? Да. Учили географию или просто конечно, угадывали? Конечно, учили. Как это сюда не прийти, не учить географию? Кроме того, что ребята брали мозговым штурмом самые сложные вопросы, участие в конкурсе сплотило команды и подняло настроение каждому. Наверное, такие мероприятия, которые только объединяют нашу команду. Мы этим и живем. Чувствуется азарт, очень нравится в ожидании ответа. Очень интересно. Хочется побольше таких мероприятий. Большая все-таки выпала честь, что принимает 13-я школа, и мы являемся организаторами. Большущее спасибо нашему БРСМу, которые оказали спонсорскую помощь. Поэтому детей сегодня ждут очень интересные, очень классные призы. Порядка 70 участников из 1-й и 3-й гимназии областного лицея имени Машерова, а также всех школ Ленинского района прекрасно провели субботний день, проверили свои знания в области географии и получили новые. Ведь из этих маленьких радостей и побед складывается большая интересная школьная жизнь.